Детские путевки в летние лагеря можно будет забронировать на сайте Супрема уже 17 апреля, а также 18 и 21. В доступе 16 тысяч путевок, их количество еще увеличится. Для детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации, путевки останутся бесплатными. А вот для всех остальных в этом году родительская плата вырастет до 30-50% от стоимости путевки и составит от 3,5 до 5 тысяч рублей за отдых в летнем загородном лагере и 9 тысяч в лагере санаторного типа. Мы уже где-то с месяц назад обратились в Федерацию профсоюз Самарской области, в Союз работодателей с возможностью, чтобы рассмотрели с работодателями возможность вот эту родительскую плату частично хотя бы оплатить за счет работодателя. Листы уведомлений, по которым можно будет получить путевки, будут выдаваться в МФЦ, а также в центрах «Семья» Красноглинского и Куйбышевского районов. Всего на летнюю оздоровительную кампанию из городского и областного бюджетов выделили более 189 миллионов рублей. Эти средства пойдут на организацию отдыха в лагерях дневного пребывания и профильных выездных смен, на теплоходах, в палаточных лагерях, на военно-полевые сборы, а также на проведение соревнований на площадках по месту жительства. Особую значимость, конечно, имеет эта форма, потому что обеспечивает в течение всего летнего периода постоянную занятость большого количества детей и подростков и является совершенно доступной для всех категорий населения. Лето подростки могут провести с пользой для дела. К примеру, устроиться на работу или принять участие в общественно полезной деятельности при школах, благоустроить школьные дворы, заняться озеленением. Хочу обратить внимание особенное на безопасность детей во время пребывания в лагерях, значит, всех форм, да, организация собственности. Это безопасность продовольственная, безопасность физическая, безопасность культурная даже в некотором смысле. Летняя оздоровительная кампания рассчитана на 97 тысяч детей. Это на 5 тысяч больше, чем годом ранее. Планируется, что она охватит 95% всех учащихся в городе. Марина Матвеевна, Максим Гусев, «События».